договариваемся с парнями. Я хочу тебе тренажер. Ты с ними договорись. Помейте. Я совсем умру, приду туда поселить. Договаривайся с ним. Да, блин, он меняет ритм, блин. Thank you.
компании один человек не будет там. Время к 8 подходит. У вас на все про все, парни. Кому нету 18 лет, 5 минут. Никита, Моисеенко. Моисеенко, Никита, иди сюда. Приятного аппетита. Я же вам говорю, дам, не надо переживать, что я кому-то... Серый, возьмешь кофейку стаканчик? Попробуешь? Нет! Я попробую! Это надо долго учиться. Да нет, это на самом деле, это у всех ритм держать. Это. Так, там не грызь, Никита! Роман! Никита, Моисеенко! Моисеенко, там не ешь! Не старайся сильно ударить. Сильно не значит качество. Да. Помягче играть, да. О, видишь, как ребята играют? Все, видишь, он понимает, где можно побить. Это внутри у всех. Блин, а я же штаны сегодня снимал. Ищи. Они не пользуются этим. У меня дома лежат электронные барабаны. Я им дарил года два назад. Вот такая штука, ну, как коврик резиновый. Угу. И там, кажется, 5. Или 6 вот таких вот, ну, как бы, блинчиков, только палки они сгрызли, сломали. Нету! Просто надо сюда вам принести. И по ним бьешь, и подключаешь к любой колонке. Приноси, попробуем, интересно. Да, Сергеевич, получится. Вань, напомни, слышишь? Мне ваши барабаны притащить. Слышишь, Ван? Вань, слышишь? Напомни, слышишь? Мне.
сюда принести барабаны, которыми вы не пользуетесь уже года три. Слышишь звук? Сейчас потихонечку, давай, не спеша и оденешься. Сейчас потихонечку делай подзвук. Пап, сейчас посмотрим, потихоньку одеваешься. Парни, кому нет 18 лет, пожалуйста, готовьтесь. Иди рядом, присаживайся. Да не, по своей машине сиделся на работе. А, я понял. Одевайся, Иван, браток. Одевайся. Молодец, давай. Вань. Это вот приводит к тому, что ты ломаешься. Молодец. Хотим, вот думаем, на ПФО с Ванькой поехать. На это, метание ножей. Ну, интересно, да. Я просто переживаю. Ванька сейчас научился хорошо кидать, более-менее. Переживаю, он сильно расстроится, если его выиграет. Федя-то уже привык, он знает, что без проигрышей побед не бывает. Да, нет, о чем расстроиться. Да. Так, пожалуйста, на диван вещи не складывай, одевайся. Наверное, поедем все. Он-то здесь, он понимает, что он не самый суперсильный, там все он видит, все встречается с питаниями, прокачивает. Ну да, где-то там. А там люди ждут получится. Конечно. Все, наигрался, Егор, молодец. Кому нет 18 лет, ребята, одевайся. Ладно, кому... погнали мы. Все, всего доброго. В облака приедешь? Не знаю. 24 суббота. Числа, суббота с 12 дня. Вряд ли, я их отправляю в Москву. А, я понял. На вокзал повезу как раз. Димарь, сейчас попроще будет, сейчас спокойнее станет. Адреналинчик добавляет. Наверное, да. Роман, все хорошо? Отлично. С занятиями разобрался? Да. Все нормально? Да. Ребята, ведите блокнотик, справки от доктора. Знаете, мне вот эту песню, которая мне нравится? Дать? Да. Мне нравится. А, он просит показать, найти. На ютуб, заходи на ютуб. Я сам не могу. Все, иди, иди. Ради бати, иди. Давай, иди, конечно, иди. Давай. Я же Силану помогу песню найти. Давай. Все, всего доброго. Иди, там название, да, у которой такое странное? Пошли вместе, пойдем. Давай, бери. Как там манкрес? Манкрес, что-то там. Что-то манкрес какой-то, да. Она в плей... О, стоп, погоди. Ютуб. Сейчас мы проще сделаем. Чтобы они не лежали у тебя. Слегка вместе. Возьми почетче, да, вот так. Знаешь, что помогает? Вот это вот действие. Вот. Ты вот этими пальцами тремя как бы немножко возвращаешь обратно в бит. Заходим на плейлист. Раз туда, и вниз. Плейлист называется «Музыка». О, видишь ты вот на фотографии? Встреча Нового года на Варгане. Вот, плейлист называется «Музыка». Здесь ты можешь все композиции, которые на тренировку проводят. Да. Там вот возьми ее поближе, прям вот возьми ее. Заклапывайте прям. Да, это удобнее будет. Вот и под драку, которую тебе нравится. Давай ровно просто вот делай вот темп определенный там. Ногу убери, я должен. Сел, как в бульваре. Давай.
Поехали. Руку, дыми, дыми руку. Да. Даже вот. Сегодня она не играла, может ее и завтра скажут прав. А, нет, вот она есть. Монтагем Коралл. У тебя YouTube для детей? Не, взрослый. Если для детей, может быть, она заблокирована. Я не знаю, как сказать. Для детей, тогда он заблокирован, знаешь. Ее просто нет. До свидания. Нет. Все, Юрец, нормалек, все? Да. Точно? Да. Юр, мы еще увидимся перед соревнованиями? А? Мы перед соревнованиями увидимся и все? Еще. Я выступаю. Ну, мы перед соревнованиями увидимся. Я буду все эти 5 дней ходить до соревнований. Все, всего доброго. Она между какими там и где? Между какой? Билл Харрисон. Все, барабан. И NST Collapse. Вот, смотрим. Монтагем Коралл? Смотри, вот NST Collapse, Билл Харрисон. Ее нет. Она для взрослых, потому что она бразильский фонд, потому что поющий. Иван, братан, не расстраивайся. Да, ну ничего. Там много хороших. Я сейчас сфотографирую название на YouTube. Да ты можешь прям забить на YouTube сейчас. Монтагем Коралл. Да. Себя. На, Ваня, где, одевайся. Да. Просто если YouTube детский, то он его не запустит. И хорошо, да. Все, я взял, где, одевайся. Все, не переживай, Иван, одевайся. Давай еще раз. Давай двух. Так, это в YouTube, да? Да. Никит, что случилось? Что? Так, Монтагем. Не вижу. Монтагем. Монтагем Коралл. Монтагем Коралл. Так. Это вот это? 2.25 идет. 2.25. Да. Телефон, наверное, здесь собрался. Да. Она, да? На самом деле это ремикс там этого группа, как он, кто застрелил с Курт Кобейн. Это вот Нирвана, да? Да, Нирвана. Это Нирвана ремикс. Если услышишь мотив, то узнаешь. Короче, как он? Да, она. Это Нирвана. А позвоните на мой телефон. Все, до свидания. До свидания. Денис, у тебя телефон есть с собой рядом? Да, он лежит. Как? Набери, пожалуйста, его, но он говорит, телефон забыл. Набери, пожалуйста, цифры. Номер телефона говори. 8-919. Сейчас, ребят, тишину, пожалуйста, ничего не говорите, он телефон послушаем. 8-919. Да. 821. Дальше. 87-72. Куртки, карманы проверяй. Хоть раз помнишь, что дырка в куртке, он телефон где-то здесь у него нашли. Нет, здесь дырка нет. Тишина. Парни, тишина. Пиликает. Пиликает. В рюкзаке у него лежит телефон. Конечно. Ты же убирал его, блин, на моих глазах это было. Молодец. Все, ребята, до свидания. Да, до свидания. Так, Ксюха, давай собирайся тоже, нам уже пора. Урок еще цел. А это чье? А, Дарина, наверное. Нифига себе. Дарья, под телефон кольца твои. Никит, спроси кольца ее. А цепи? А браслеты? А корона? А корона чья? А, ваша корона? Ой. Нифига. Вот моя, сразу трое с коронами. Моя. Все, корона. А я думал, Ксюхина, Ксения Денисовна корона. Ну, Дарья Александровна. А это мальчишка корона, да, все забрали? Вы коронованные особо? Эх, ё-моё, блин. Ну, сейчас, подожди, стой. Вот корона. Дай сюда, дай, не тряси. Вот корона. Это, Егор, это не корона, это этот. Это корона дает только это тем. Держава. Это корона дает только тем. Российская Федерация. У кого желток крутой? Да? У кого желток самый крутой? Василий. Что, она там просыпала? Василий. Ксюх, что случилось?
магнезия. А, магнезия? Там лежали вещи. А, ты вещи туда положила? О, ну это... А чей там рюкзак лежит? Повесить, блин. Серег, твой рюкзак? Давай, заправляйся, только как положено. Да. Тебе надо убрать, там магнезий засыпет. Тебе надо... Можно, да? Нужно. Там не надо держать, они магнезием шатаются. Они давай ставишь. Да. Юлец, да ты что так говоришь, братан? Ты что пугаешь? Все, зашел, да. Здесь 4 Сереги, ты говоришь, Серый, ты умер, что ли? Ой, 3 Сереги. Ой, Юрбас, а скажи, пожалуйста, у вас вчера что за парнями конфликт? Из-за чего возник? Только по чесноку. А ты рвок даешь, я толкаешь. Мне сон приснился, Юр, знаешь какой? А мне страшно. Юр, знаешь, какой сон приснился? А, я сейчас тебе не буду говорить конкретно, я тебе скажу пример про то, что мне приснился сон, но я понял, что у вас произошло. Сон приснится. Я в юности, куда-то идем гулять, и паренек один созваниваемся, и паренек говорит, да нет, я гулять не пойду сегодня. И другие говорят, я гулять не пойду сегодня. А я выхожу с кем-то, я не помню, иду во двор там, и все те, кто говорит, что гулять не пойдут, они там оказываются, ты прикинь? Они там оказываются. Я такой смотрю, я говорю, парни, вы же говорили, вы не пойдете гулять. Я так подумал, что у вас что-то подобное произошло. Нет? А что случилось? Ну в чем суть конфликта, Юрбас? Нам просто почему? Нам тебе повезло, что Денис Владимирович, Сергей Сергеевич здесь, там Юр. Нам надо понять, чтобы такого не было больше, Юр. Мы уже вчера поговорили нормально. Ну ты нам скажи, что случилось. Зачем это не вчера повторять? Мы ни разу не слышали. Нет, ты, если какая-то секретная, то ты позови Сергея Сергеевича и Дениса Владимировича. Они как представители федерации, как решающие вопросы, очень важные, им надо знать. Во-первых, Денис Владимирович старший тренер, Сергей Сергеевич – это личность, которая связывает нас с общественностью. Просто если они не в курсе будут дела, то это будут трудности потом у всех. Юр, ну, ты рассказать можешь? Мне не надо это знать, им это надо знать. Юр, ну одну минуту потрать, Юр, пожалуйста. Юр. Юрец, да нам надо знать, чтобы этого не было, Юр. Юр, братан. Ну нам надо знать, чтобы мы сделали все возможное, чтобы такого не возникало. Как? Из-за матрасов? А до матрасов что случилось? Было намного жестче, чем контракт. Мы ушли и все. Потому что ты туда упал. Там есть матраса? Дырку упала. Остались. А до матраса что случилось? Что-нибудь до матраса? Туда просто положи подушку. Да, конечно, можно. Просто это. Блин, а вдруг какая-то агрессия между вами возникнет? А нам что делать? А скажи по чесноку, до матраса что-то происходило? Может, какой-то переписка там или по телефону вы общались? Не было ничего, точно? Мне кажется, какая-то, ну, сейчас весна идет, и что-то у вас всех обостренное. Юрбас, с нами дети занимаются, братан. Они не должны это увидеть. Ну, не знаю, второй. Правильно же? Я всегда медленно понял. Можно мне идти? Да, конечно же. Все, всего доброго, до свидания. Я ее опять сломаю. Я не хочу этого. Ну его. А я знаю, кто нам расскажет. Нам Никита с Егором сейчас расскажут. По-любому. Сейчас случилось. Конфликты здесь прям это. Прям искры вчера летели. Серег, а ты с ними, с Егором, с Никитой, что про завтра обговорил, что-нибудь решилось? Я пока сейчас объясню. Все, всего доброго. Ты лучше не с Никитой, лучше сам меня позови. Никита, пусть сальто крутится, лучше меня позови. Я говорю, тебя не хочу, а почему? Что, я не Гош? Это махаются, они, знаешь, как махаются, они машутся здесь. Ксюха, парни, знаешь, что в порядке? Я тебе печеньки пришел. Пришел печеньки? Да. Они машутся здесь нереально. Мяка? Руками. Как? Три этих печеньки. У тебя три печеньки? Таких, с папиной сумки. Повезло, повезло. Хорошо, с папой поделись, с мамой поделись, сестренка, поделись, самая лучшая. Уже четвертая. Четвертая будет? Ты их складируешь? Вот там пустой. Папа сегодня сумки у папы нашли. Где? Сейчас с прошлого раза пришли. Они печеньки. Сумку положили. Это хорошо, собираемся. Ксюха такая, папа, че это у тебя тут? Я яблоки могу месяцами носить, сумки сгнивают, как печеньки не гниют. Денис.
Владимирович, ты наставление Егору и Никите на завтра дашь? У них завтра мероприятие. Будем. Завтра смотрите, как будет. Само мероприятие начнется в 2. Нам надо там быть в 1:30. Мы приезжаем, переодеваемся. Там нет ничего. Перебываем. Шведская лесенка там есть. Мы там были не раз. И вы там, были. Ничего нет, да, нам надо будет взять стойки. А, смотрите, в 2 часа начинается торжественная часть. Кто там будет? Скажут слова напутственные, все объявят. Начинается следом сразу же выступление наше. То есть в самом начале. Это будет как открытие мероприятия. Выступает. Сказали, Сергей Геннадьевич, вы вместе с ним. А, Некрасов будет? Погоди, Пассир, погоди. Нет, они не поедут. А, сказали, они поедут, если туда будет. Руденко, Артем. Краснов поедет. Краснов поедет? Руденко, Артем не хочет поехать? Решил он ехать, да? Краснов, да. Они все написали, что они поедут, но главное, чтобы турник был. Я говорю, турника там нет. Там нет, ну, ничего. Во всяком случае, парни, надежда на вас. Ни на Краснова, ни на больше никого. Вы парные что-нибудь сможете на стойке сделать? Парные. Будет музыка играть легкая, парная, чтобы не разделяться. Парные как-нибудь здесь. Да. Как? Придумаем. Не, придумать-то это понятно, придумайте. Но надо будет показать в течение нескольких минут. А потом ребятишкам... Такое, дают на все выступление дают приблизительно 10-12 минут. 3 минуты выступления, 10 3 минут. 3 минуты выступления, оставшееся время идет на то, что если кто-то из присутствующих детей, например, захочет там попробовать, что-то. Чтобы вы смогли рассказать, объяснить. Объяснить, они попробуют. Вы уже понимаете, ну, типа сами там сказать. Погоди. Мы вот же не будем щ... говорить. А вот вы вот, как мастера как раз, вы им и покажете. Конечно, вы должны их пригласить. Вы сказать, ребятишки, пойдемте попробуем. Вы должны быть ведущими. 3 минуты вам хватит на выступление. Там же глаза. А вот это, сударыня, будет там? Не знаю. Сударыня. Сударыня. Эй-эй. Даш. Сударыня к нам спиной поворачивается, уважай. Да, обрати внимание, Дашенька. Ты завтра будешь? Где? Мясокомбинат, 31. Да, дальше мясокомбината там немного. 2 часа. Пол-первого. Прям надо быть, Дарья. Во сколько ты говоришь, пол-первого? Какой? Пол-второго? Ну? 2 часа начало. Пол-второго. Нет, 9. Пол-второго. Не тут ты еще видишь? Дарья, с Сергеем Сергеевичем договоришься? Звучит, Сергей Сергеевичем, договоришься? Не, звучит нормально, ты договоришься, как завтра увидеться. Потому что раз, два, три, вы трое выступаете. Турников нет, есть стойки будут. Там будут только стойки. Вот с деревянными стойками что-то надо будет показать. И сальтушки. Сальтушечки, да, парные, которые... Вот только надо сейчас бы, ну, 5 минут потратить. Сейчас что вы сделаете? Вот 5 минут потратите, какую бы нам штуку? Мясокомбинат у ребят ГТО. Только без фиксации. Там крест. У ребят ГТО надо открыть мероприятие. На вас, на ваших мощных плечах вся надежда. Я весь сделал. Все? Забываемся? Нормально? А, ой, вот так, один вот так взяли, ты один сделал. Спроси, да, сейчас. Делай. У них у всех. Как так? На, посмотри, кто принес. Смотри, кто принес, я не знаю, посмотри. Я забыла про них. Смотри, кто сейчас. Дарья, погоди. Кубки, медали, это, чтобы мы здесь фотки красивые сделали. Сейчас посмотрим, что за фотографии вот это вот сейчас глянем. Все очень плохо. Фотограф Юлия Логинова. А, Юлия Логинова. Ну или Юлий Логинов. Юрий. Свадебный, семейный, детский. У кого у вас свадьба? Семья и кто ребенок? И дети. Или кто ребенок? У кого? Это просто так, блин. Да мы шутим, Никит, спокойно, так напрягся. Угадаете, кто здесь? Я знаю, кто. А ты знаешь, Дарья? Давай, не томи уже, кто там? Ага, так. Никитос, а ты что такой несчастный? World Champion! Что такой несчастный? Что грустный там? Это Никита же? Что такой грустный? Ну как много. Нет, ладно. Я серьезный стоял, я не грустный. А там еще есть фотки? Что он такой грустный? Он серьезный просто. Ну, серьезный, ну, конечно, он грустный. Мне кажется, он радующий, а там серьезный. Она такого же формата, как внизу висят? Там вообще, там одна. А, ты смотри, что они разные, одна с боковинками, прикинь. Это самые маленькие вообще там были. Ну, то есть там были только вот такие перевернутые. Ты отрезал? Нет, он отрезал. У него на фотке именно он сказал, будет с боковинками, потому что вот здесь медали, типа. Вот так, он вот так вот отправлял. А он говорит,
За боковинками, если будет, типа только с медалью. Так, вы когда делали фотографии, вернее, когда мы говорили о фотографиях, вы же помните, что я говорил, что нужна формата А4 фотка? Или вы посмотрели, какие там ячейки? Какие там ячейки? Вот под эти ячейки вы сделали? Ну, примерно под эти. А4 это большая? А4 это... А4 это большая, да. Ну, надо как у Владимира Владимировича. Ну, А4 там висит только Путин. Рядом с Владимиром Путина уже, Путина уже убрали, чтобы вы что там. Рядом надо было. Хорошо, 300 рублей не потратите, чтобы серый фон сделать. Так, я ладно. Сколько вам это обошлось? 300 рублей? Нет, 40 рублей. Две фотки. А если будет еще фон? Куда вставляется фамилия, имя, отчество, напечатанное? Типа фон. Я думаю, 300 рублей. Там за фон, смена фона, там 300 рублей. Под фотографией. Сейчас. А кармашки там же есть. А ведь так тоже надо делать? Ну вот кто ты? Вот кто? Я? А, плашечка, имя, фамилия, отчество. Да, кармашек я под это. Я могу дома распечатать, в принципе, там. Написать на компьютер. Плашка, да. Фамилия, имя, отчество. Блин, это надо зачем это. Зачем распечатать? Ты просто берешь, отрезаешь. На компьютере или приклеишь. Набрать на компьютере просто надо? Да, а что вы Дарье не сделали? Дарья, а что ты не сделала? Не знаю. У тебя фотки красивые нет? Есть. Ну, а что проблема? Там с медалями же надо. Да. Ну, у тебя нет фотки красивой с медалями? Со всеми. Да хорош. Со всеми нет. И на груди ее могучая одна медаль висела кучей. Вот у меня так же. Шучу, шучу. Со всех сетей собрал. Я их еще как бы месяц назад... Можно зайчики пионерские налепить. Что месяц назад? Коробку на чердак все положили. На чердак? Денис Владимирович на чердаке был недавно, не обманывай, там нет твоих коробок. Нету, не было ничего. Никаких коробок я не находил. Надо было на ее чердаке полазить. Блин, ну это вопрос, надо разобраться. Ладно, про завтра же поняли. Что, Денчик, справится, как думаешь? Конечно. Справится, посмотрим. Просто так парни уже взрослые вроде, этот, ну, знаете. Да уж по 18 лет есть ему уже. Кажись. Молодец. Молодец. Только надо все это под музыку будет. Да, да. А тебе надо фляг и... И шаль, фляг и шаль. Все, братан, да, Ксюха, сестренка, все, всего доброго. Все, да, занимайтесь это. Завтра еще созвон, да, Денис? Да. Узнаем, что-то как. Ты слышал, что в облаках произошло? Да. Один я тут не слышал, не знал, не видел. А я тоже не слышал. Да, а там кого-то хлестанулись кто-то с кем-то. И даже кто-то из наших хлестался. Сергей Сергеевич мне не рассказал. Сергей. Кто-то вроде бы из нашей братвы, там, кто в зале имеется, здесь был, кто-то там это увяз. Массовая драка? Я пытаюсь понять, кто узда, кто это. Парни, Егор, Никита, а вы знаете, кто из наших дрался там? Нет, я знаю. Кто? Юра. А зачем он дрался? Я и думал, сегодня Юра, может быть, мне расскажет, зачем это он сегодня. У него кулаки, если разбитые, он там был поваляется, типа, да, наверное. Может, он не задели, типа... Он там был, у него кулаки разбиты, может догадаться? Денчик, я в том плане, чтобы они нам... Или он специально стоял? В субботу сюрприз не принесли. У нас берет стол, это я. Я тоже подумал про это. Просто кто там, с кем это вообще, у меня такая непонятная. Скорее всего, с какими-то местными. Ну кто там местный, центровой, там местных, кто. Цыгане. Кто живет в доме, они цыгане. Туда тусить не будут. Нет, никто же живет в доме. Цыгане. Цыгане, может, местные. Табор приехал, может быть. Но это жестко. Это я к тому, что, ребят, в субботу, чтобы не было сюрпризов, а то вы там будете на турниках 16 чемпионов откручивать. Да, я вот так буду со всеми скажу. Да. А там какой-нибудь Гапаридзе Генашвали придет, какой-нибудь скажет, Виктор! Да, я крутить хочу. Я вас сейчас крутить, дом труба, турник шатать буду. Облака ваши будут. Ну да. И все, и полиция приедет, и всех. Я ваши турники шатаю. Все, до свидания всем. Давай. Все, не знаем, до завтра. И фотографии. Красивые. Фотография 9/12 с наивной подписью на память. Фотография, где мог ты улыбаться. Хотя улыбкой вряд ли что. Да, Дарья. На 9. Вам, Сергей Сергеевич, надо будет завтра созвониться. Во сколько, мы не знаем. Он... Я, Дарья, я тебя слышу, да? И где, и у меня это вопрос сейчас вот с одной персоной. Мне кажется, вам знаете, как классно было бы сделать? Сейчас сначала Сергей Сергеевич послушай, потом и скажу. Надо на интернете файл, вот этот цифровой файл написать, а уже в сам готовый файл отнести к тетям или дядям, которые спечатывают. И у вас будет написано красиво. Да? По-хорошему, завтра бы уже в час отъехать, уже все, сесть в машину и поехать. Так там ехать. Дорога на маршрутке, если только, да. Поедете на такси. Да. Я в Косняковку езжу туда. Я их забрать могу.
Ты сможешь? Точно сможешь? Да. А ты успеешь? Успею. У тебя в лимузин сколько людей садится? Раз. Мы вместе все. А Сергей Сергеевич вас заберете? Нет, еще одна.